В общем, каждая фракция, казалось, услышала, что хотела, кроме все-таки КПРФ. Перед вами стоит задача обновления серьезного курса, формирования качественно новой команды и проведения реалистичной политики. Мне представляется, вы к этому не готовы. Хочу напомнить, что правительство, которое уходит, за 4 года не построило ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. Перед войной за 10 лет было построено 9 тысяч предприятий. А зачем эти заводы нужны, 9 тысяч? Вы сперва уничтожили все царские заводы. И поэтому на развалинах царской экономики вы были вынуждены строить заводы. А как вы их строили? Заключенные. Вы всех мужчин России погнали строить ваши заводы под дулами НКВД. Сплошной ГУЛАГ был у вас. Нам не нужно 100 тысяч тракторов и 9 тысяч предприятий. И не надо строить новые предприятия. Сегодня деньги дает услуги и информация. Нам нужно строить компьютерные центры, информационные, новые технологии. Это делается в кабинетах, в тиши лабораторий. А вам нужен гудок, снова гнать всю страну и снова там будут канавы рыть. И снова там будут выходить трактора, на которые залезть нельзя, трехэтажный трактор. Поэтому, внимание на человека. Вы убили Столыпина, вы убрали Косыгина. И сегодня мешаете новому премьер-министру приступить к работе. Вы портите настроение всей стране. Всей стране портите настроение. А национальная идея для нашей всей страны – это хорошее настроение. Хорошее настроение всем. И будущим министрам, и депутатам, и всей политической элите, которую вы вырезали трижды в 17-м, 41-м, 91-м.